праздником, дорогие братья и сестры, жители нашей благословенной Кубани. В эти дни хочется вас приветствовать словами Священного Писания, которое говорит о том, что мы сегодня переживаем события, которые когда-то действительно поменяли мир. В те дни небо спустилось на землю. Бог сделал великую для нас милость. Он настолько смирил себя перед своим творением, что явился не в каком-то величественном виде. Он явился в виде младенца. Родители знают, что, глядя на лицо младенца, на его безгрешное положение, даже, скажем, такое умилительно беспомощное, как бы ни был в этот момент отец или мать расстроен, то, глядя на своего дитя, в сердце наступает умиление, а проще сказать, примирение. Так вот, как раз тайна и заключается в том, что в эти дни Бог примирился с человеком. Чудо, оно есть чудо, которое не объясняется умом человеческим. Но оно чувствуется как раз органом, который нас связывает с Богом, нашим сердцем. Поэтому будем друг другу, прежде всего в семье, милосердны, каждый день прощая друг друга, желая друг другу добра, мы от силы в силу приобретаем это важное свойство терпения, от которого рождается еще большее чувство любви. Поэтому желаем еще раз всем нам, чтобы у нас все это было и появилось в этом году этого чувства больше. И мы каждый раз, встречая Рождество Христово, больше и больше примирялись с тем, от кого мы имеем все в нашей жизни. Всех еще раз с праздником, всех спаси Господи, храни всех Господь.